Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и мы продолжаем Uncharted. Я не успел игру зайти, а тут уже перестрелка, меня все убивают, а у меня патроны кончаются, тут ребята вообще в бронежилетах ходят, вот эти вот, прикинь, вообще, короче, ходят прям в бронежилетах, черти такие, спокойно, бей его, бляха, его нельзя, ведь он бьет, я сам, я понял, какого хера вообще сбейте с противника, чтобы его атаковать, что это за прикол такой, почему я должен с него шлем-то сбивать? Бляха, в конце-то концов, чтобы он по лицу-то ударить чем-нибудь. Шлем. Так, все, спокойно, поехали, с автоматика постреляем. Короче, дичайшее трешовое начало серии, но прям беда, сдохни, тварь. Кто это? А, это Сэм. Сэм, ладно, Сэму можно. Да убей ты уже кого-нибудь, Дрейк, но в конце-то концов, что ты молотилкой, ты попасть что-то не можешь. На, отлично. Салли, давай вставай. Что такое? Да бляха, муха. Эти ребята-то серьезные прям. Тихо. Ну, Салли, ударь его сзади по голове-то, ну что ты? Что зел такой? Ты посмотри, что делают, а? Просто прям выхлестывают. Греночки. Тихо там. Греночками не надо у меня кидаться. Как греночками вообще кидаться? Это что такое, динамит? Только нахрен. Отлично, ну все что ли, ну? Бля, кто там меня так шмаляет? Ай, это гранатометчик. Ну окей, ладно. Был гранатометчик, а нет гранатометчика, отлично. Я предлагаю, многие жалуются на то, что ни хрена не слышно. Мне в принципе нормально слышно, я не знаю. Давайте сделаем вот так вот чуть-чуть. Так, звуковые эффекты, значит я оставлю на 15, музыку оставлю на 15, речь оставлю на 20, видео вставки... Ну, на всю, соответственно. Вот так, наверное, должно быть лучше слышно, правильно? Просто я не знаю, мне слышно нормально. Вам я не знаю, почему не слышно. Это все? Они просто очень тихо разговаривают. Ты как? Да, ничего, порядок. Сэм? Я здесь! Серьезно, что ли? Откуда ты тут взялся? Мы тебя и не видели. Сейчас патрончики соберу по брику. Так, Рафика я возьму. Проверяю кое-что. Что такое? Черт. Ты смотри. Чё там? Дай мне посмотреть. Ну и чё там? Они тоже поняли про башни. Место расположения, знаки. Что теперь? Теперь? Да всё теперь. Потому что нас трое, а их хрен знает сколько. И у них есть фора. Да, но ещё не поняли, в какую им надо. Здорово, Нейт. Мы тоже. Ну мы сейчас поймём, что-то раскипелся-то. А мы знаем. Вот. Колбаса вообще выручает. Тут совпадает. Ты уверен? Вот это тоже подходит. Ха! А, черт. Все равно. Две лучше, чем 12. Это да. Ладно, я бегу к этой. А вы с Виктором к той? Нет. Там теперь уже повсюду люди Рейфа. Именно, это единственный шанс для нас. Нам надо разделиться. Да погоди ты секунду. Но это не ужас, а здесь можно. Нет, он прав. Разделяться. Башни на разных концах Кингсбэя. Ни хрена, у Сали шевелюрот как мотается. Как в рекламах. Да ладно вы, чё вы? Один туда, другой туда. Если нарвёшься на клоунов на один, дай нам знать. Не засмейся до смерти, а то мало ли, клоуны, смешно, все дела. Так, я не понял, а мы чё, пешком? А, у нас тоже есть. Надо спешить. Наконец-то! Наконец-то мы остались, да. Салли! Салли, давно с тобой вдвоем не оставляли. Ну мы вообще нормально, смотри, мы красавцы вообще. Этот, ну достал меня этот Сэм уже. Не нравится он мне. А вот мы с Салли, мы два вообще чувака нормальных. Мы здесь шарим, сейчас вот все разрулим. Башня. Ты правда думаешь, что клад спрятан прямо посреди рынка? А чё бы нет-то? Да это безумно. Но мы не такое видали. Это правда. Не ори давай там, Маше. Ну я опять-таки прибавил звук на всю. Вот, все на всю. Речь убавлена, точнее, речь прибавлена на 5 по отношению к другим. И один хрен, я не знаю, слышно или не слышно. Они просто иногда очень тихо разговаривают. Хотя и подходишь к ним вплотную. Вроде как бы, ну да. Молодцы. Сколько? Спасибо. Лучшие на всем рынке. Давай. Большое спасибо.
Ни хрена себе. Одно яблоко за 1500. Ну, пожри маленько, что. Сил надо восстанавливать. Так вот, что такое? Здорово. Да ладно, ты чё, Салли? Ну, лемур вообще красавчик такой, палёный. Он как суслик, только африканский какой-то. Эй! Эй! Слышь, чё? Собака. Вот они очень тихо разговаривают, я не знаю почему. Он стоял около меня, как бы... Это не из-за баланса звука, что типа далеко-близко. Он просто стоял рядом, очень тихо говорил. Здесь с этим, судя по всему, какая-то проблема. Ты не вздумай ничего пробовать. А он прав. Запах шикарный. Ну это курица, обычная курица. Так, мы пришли, Салли, золото здесь. Удалось. Заперто. Придется туда как-то проникнуть. А чё заперли-то среди бела дня-то? Я потому и говорю проникнуть. Ну, Салли, старый уже не соображает ни хрена. Так, ладно, поехали, чё, ну куда? Сюда? Нет? Салли, тут вроде можно пролезть. Сойдёт. Ты тоже пойдёшь, что ли? Ну и высотища. Салли, ты чё, ты не дури, ты же упадёшь сейчас. Ты иди, иди, у меня свой темп. Свой темп. Отсюда хоть вид хороший, скажи. Запрыгивай отсюда, ну. Бляха, вот Салли, как ты там ползаешь вообще? Тебе сколько лет, Салли, прыгай. Я хочу посмотреть, как ты прыгаешь, Салли, давай. Да, Дрейк, ты залезь уже, я посмотрю, как Салли прыгает. В конце ты концов, дурень. Ну и вот, и не покажешь, как Салли передвигается. Ну, посмотрим, что тут. Так нечестно. Да он быстрее меня же ползает. Собака старая. Эта башня сохранилась намного лучше других. Потому что она в центре города. Вот вопрос, как отсюда сокровища выносить. Знак Эдварда Ингланда. Все как на карте. Так что мы ищем? Чего-то ищем. Вопрос. Сокровища? Салли, нам нужны золотые монеты, бриллианты, еще что-нибудь. Я не знаю, там золотые наручные часы. Салли, нам нужны золото и бриллианты. Собирай все, что есть, и поехали отсюда. Пойдем наверх посмотрим. Там всяк что-то должно быть. Салли уже настолько, короче, стар, что забыл, как выглядит сокровище, судя по всему. Вот и они. Очень высокая башня. Это сокровища висят. Да. Или что, это часы? Очень. Да я хрен долезу до туда. Сломаюсь день пополам посередине дороги. Что это? Ну, колбасу кидай. Так, орел или решка? С жирком или без? Ну, скорпион, мужик с кушином, все брали, есть такие знаки. Лёва. Четыре знака. Наверху четыре колокола. Эти штуки на полу видят. Все ясно. Ничего не ясно. Давай звони в колокола. Там сейчас город на площадь с ума сойдет. Ой, ой, ой. Это точно то место. Звони, сэр. Сейчас. Скорпион, водолей. Лев, телец. Автоответчик. И этого знака не было, не ври. Автоответчик там не было. Значит, смотри, статуи в этом порядке надо что-то крутить. Значит, скорпион, водолей, лев и бык. Скорпион-мужик. Ну, короче, скорпион-мужик, лёва и бык. Скорпион-мужик, лёва и бык. Скорпион-мужик, лёва и бык. Окей. Скорпион-мужик, лёва и бык. Значит, скорпион... А здесь надо что-то крутить или что? Нет. Ладно, короче, скорпион мужик, левый бык, скорпион мужик, левый бык. Осталось понять, как добраться до верха, и в принципе. Ага, все понятно, у нас же есть веревка. Полезли. Скорпион мужик, лева и бык. Скорпион мужик, лева и бык. И все будет замечательно. Давай, Дрейк, сделай так, чтобы. Скоро вернусь. Чего? А где колокола? Они же где-то выше были, ну? А, это все, что ли? О, я думал, там лестница еще есть. Так, скорпион, мужик, левый бык. Да. Где?
Там можно зацепиться, я вижу. Чтоб меня. Да чтоб тебя, да. Часики-то ходят. Я заметил. Смотри, чтобы тебя шестернями не заживало. Ладно, постараюсь. Скорпион, мужик, Лёва и бык. Теперь на эту, что ли? Так, Дрейк, ты давай не падай, у меня тут хорошие свои цирковые приемы. Нахрен мне не нужны. Ты должен себя идеально ровно вести, идеально ровно держать. Так, я не понял, что случилось. Это мне надо как-то с них прыгать, что ли, туда-сюда? Не, ну это как минимум бредово, наверное. Туда-сюда. Хотя по-другому, наверное, и не получится. Что-нибудь вообще получается? А, вы меня туда вижу, я вижу. Оооо, тихо, Дрейтан! Надо спешить. Все нормально. Скорпион, мужик, левый бык. Чуть не спялся. И что тут как? Мешает? Салли, где все колоколатов? Чё звонить-то? Скорпион, мужик, баба, мужик. Ой, скорпион, бык, баб, мужик. Ой, блять, кто там? Скорпион, мужик, бык. Я все забыл, Сань. Я даже колокола не вижу, что происходит. Не прищеми пальцы, Нейт. Ну да. Не, нормально все. Не парься. Ты всегда так говоришь. Ну по такой херне мы уже лазили в какой-то из частей, я помню. Вот, отлично. Так, это кто у нас? Это Лёва. Сюда пока рано звонить. Надо сначала в Скорпиона позвонить. Скорпион, мужик, Лёва и бык. Да, вот в таком порядке. Скорпион, мужик, Лёва и бык. Так, мужик. А где Скорпион и Лёва? Так, не понял я. Ну, блин, здесь надо в определенном порядке звонить. Лёва, третий. Лёву я не буду трогать пока. Нужно найти остальные две статуи. Ну-ка. Значит, они выше по-любому просто. Точно, вот он. Ну-ка, прыгни туда! Дрейк, мать твою. Дрейк, ты дурак? Да неужели? Так, значит, Скорпион. Скорпион. Я говорю, небось, был Скорпион. Не знаю, кто там из них кем был. Ой, ты чё? Звони, Дрейк. Значит, Скорпион. Скорпион. Это очень громко. Нормально, не ссы. Эй, получилось. Скорпион, открылся. Все, перехожу к следующему. Так, следующий мужик. Ну-ка туда, вон Дрейк, вон на это перелезть. Дрейк, перелезь, сука. Скорпион, прыгай. Скорпион, слезь. Скорпион, мужик. Это мужик? Мужик, отлично. Удаляй добряки. Ага. Потом Лёва и потом бык. Все нормально. Два есть, осталось еще два. Какая сложная загадка. Лёву имеем. Ну, в смысле, Лёву нам надо. Лёву нужно. Вон, Лёва, вижу Лёву. Так, осталось до Лёва добраться как-то. Да куда ж ты, ну? Трек, прыгни уже куда-нибудь. Так, нам надо... Как перебраться-то? А, наверное, лучше поверху, да? А, ладненько, давай так. Блин, а как тут? Нет, это не то. Ага. Да вон на ту сторону прыгни! Вот. Дрейк, молодец. Так, скорпион, мужик, Лёва и бык. Все нормально. Так, здесь я разобьюсь, наверное, поэтому лучше вот так вот. Спрыгивай. Ага. Окейушки, Лёва. А у меня девушка, Лев. И чё? Расскажи. Нейт, расскажи, что за херня-то. Надо было взять, только кто же знал, что нам в колокола придется звонить. Мне кажется, там сейчас вся площадь уже в ахере просто стоит и думает, что за хрень. Салли, я вижу, что... Ой, это слюна прям в горло попала. Аж слезы.
Он так кричит, как будто я не вижу. Так, ладно, дальше-то что? Скорпион, мужик, левый бык. Надо как-то к быку перелезть. Блин, тут непонятно, как к быку тут перелезть. Давай вот здесь как-то попробуем. Так, давай. По этой стороне пойдем, наверное, получится все, да? И раз. Ага. Все отличненько. Что-то меня укачало. Ну ты давай мне паблю еще тут, накачало его. Давай туда. Опа. Хорош. Есть. Салли, Сэм не звонил? Пока нет. Да все с ним в порядке. Просто забыл телефон. Да нет, мне кажется, его уже схватили. Да. О. Спасибо. Ну и все открылось, все нормально, мы победа. А Сэм умер. Хотя он бы и так умер. Все? Черт! И все! Больше ничего! И все? Там еще большой колокол наверху! Ты че, дурак, я не долезу! Я поднимусь! Спасибо! Это специально, да, лестница такая отхерачилась? Прям по-любому. Ну-ка, Дрейк, хватит на свои писюльки писать! Поехали! Главное сейчас не навернуться где-нибудь с этой лестницы, потому что, мне кажется, она тухленькая какая-то. Так, тихая веревочка. Ты чё? Я думал, ему наверх лезть надо. Он, по ходу дела, хочет на эту херню залезть. Ну, допустим. И чё, это нам даст? О, хорош. Так проще гораздо. Надо спешить. Почему? Потому что они заново заработают, что ли, мне кажется, нет? Ух ты, бляха. Отлично. Так, ладненько, где большой колокол-то? Блин, он так высоко, ни хрена себе. Может, что-то куда-нибудь кинуть? Не хочешь? Дрейк, что за херня? Кинь куда-нибудь что-нибудь. Весело. Да. Да хватит сами-то играть, сейчас люди все увидят. Так, ладно, поехали в окно. Мне кажется, нам надо туда. Ну, конечно же. А-а-а! Вот это пейзаж. Это надо стрелки правильно перевести, чтобы я смог с них... А, естественно. Они же не просто так крутятся. Так, мне нужно большую стрелку крутить. Давай ее. Все, прыгай. Вот так нормально. А что-то, да, никто не смотрит. За часами всем насрать, походу, дела. Опа. Опа. Нет. Да нормально все, что ты? Ой. Пацаны, если кого-то убил, я не виноват. О, нормально. Да ты куда ты? Бляха, что тут за говно вечно пристроить? Ничего не работает. Кто это строил вообще? Ой, все. Как на соплях, я не понимаю, кто все это строит? Надо же... Надеюсь, с тобой все в порядке, Сэм. Мне что-то кажется, что нет, Дрейк. Ну ладно, я тебя поддержу, скажу. Да-да, с ней все нормально. Но мне кажется, его уже схватили. Просто по-другому быть не может. Как его-то взяли и не схватили, что ли? Я не поверю. Он такой пошел один, короче, и сразу такой все выиграл. Ни хрена, не верю. Зачем мы так далеко ползем? Колокол, по-моему, ниже был. Или он прям тут? Опа, голуби. Голуби везде есть, прикинь. Могли сейчас Дрейка спокойно обосрать. Ну и чё? И где он? Не понял. И то есть ничего под тобой не провалилось, Дрейк. Тебе не кажется это странным? То как бы херак-херак, ты что задел, все сразу повалилось, а тут раз ты ничего и не... С целой своей махиной на пол прыгнул, ничего не случилось. Это как-то серьезно странно. Спускайся. Салли, я добрался! Салли до сих пор там внизу стоит. Уши надо как бы... Черт. Салли! Салли, берегись! Извини, рукоять сломалась! Да, постарайся больше, ничего на меня не ронять, ладно? Ладно, чё? Придется самому. Тихо.
Ну, позвони, в чем проблема? Ты же, он, парень-то здоровый. Давай, раз. Ну, поехали. И опа, 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 опа. Иди, твою мать! Дрейк, ты что вытворяешь-то? А он, по-твоему, слышит, да? А я же прыгнул. Я видел, что он катился, я прыгнул, я ничего не виноват. Их, вот это да! Вот это спецэффект! Чё теперь? Где я? Тихо, 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 Дрейк, 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 Дрейк! Сейчас, 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 заберемся, тихо, тихо. Бляха. Там Саль, ты жив вообще, нет? Все нормально. Охренеть. О, блядь! Ни хрена себе! Господи. Ети твой в голову. Черт. Ну хоть дверь теперь открыта. Есть лишь один способ. Ты в порядке? Так, можно реально обосраться. А это, ты... наверное... Оглох. Колокол, наверное, для этого и нужен был. Для... Ну-ка. Специально, чтобы пол проломить. Бляха, как же последняя шестеренка навернулась прям не в тему. Ты прикинь, сколько она летела, чтобы рядом упасть. А ведь могла прям в плюшку просто расхерачить. Монетка, тебе нужна? Ну ладно, давай. Глянем, что там. Вдруг надо еще куда-то вставить. Золото и бриллианты. Ты же не помнишь, как они выглядят, Салли. Сэм, наконец-то, ты как? Обыскал башню по нулям. Ну, а мы зато точно пришли по адресу. Давай быстрее к нам. Серьезно? Я сейчас буду. Он скоро будет. Хорошо. Я же говорил, с ним все в порядке. А Дрейтон тут, вот, поймали, поймали. Я ведь говорил, говорю, Дрейк, хорош, успокойся, все нормально будет. Сэм-то не пропадет, а ты... И все. Там яма, по-моему, под ногами, нет? Сали. Сейчас. О, неплохо так. Эй, это наши клиенты? Ага. Генри Эвери, Томас Тью, сообщники. И? Чё за такое? Основатели. Основатели чего? Охота за призраками? Знаки Эвери и Тью. Но эти немного другие. Да. Почему? Смотри, тут звезды. А тут в наушниках скелет-то он. А, чё ты хочешь? Они вращаются. Но в какую сторону их надо... Чё? Так, ну-ка подожди-ка, там какие-то звезды были. А, вон звезды. Как-то эти звезды сходятся с чем-то? А, их между собой надо соединить, точно. Ну, посмотрим. Да, секунду. Такой здоровый механизм ради того, чтобы открыть еще дверь. Пиратские знаки. Адам Болдридж, Энн Бонни и Кристофер Кондант. Опять? А тут уже ничему не с чем сойтись. Может, если только, короче, эти стрелочки к стрелочкам. В чем прикол? Салют какой-то за окном. В честь того, что мы клад, что ли, нашли? Кого с чем соединить-то? Комбинаций слишком много. Да-да-да. Пойдем глянем, что за той дверью. Ну ты подожди. Я все-таки надеюсь на сокровище. Сейчас это... Нет, ну ладно. Может быть, потом будет какая-то подсказка, и мы из-за этого сейчас помрем, наверное. Смотри-ка, я был прав. Болдридж, Бонни и Кондант. Чудненько. Но что они вообще здесь делают? Висят. Ну, давай выясним. L2. Вау, вот это усы. Такие же могучие, как у тебя. Обычные усы. Длинные эти звезды. Такие же, как на знаках Эвери и Тью в той комнате. Слушай, точно. И чё?
Бред какой-то, там не было таких обозначений. А, ну точно. Кондента звали Одноруким Билли. А тут еще одно созвездие. Да, но это уже другое, они не одинаковые. А, точно. Глаз-алмаз. Спасибо, видишь, я не только красотой беру. Что скажешь? На знаках Эвери и Тью совпали звезды, помнишь? Значит, на этих тоже. Ничего не понял. Чего? Двигать, вертеть, положить. А, вот этих типа между собой что ли совместить? Тогда понял. Вот так вот. Ну все, положи. И теперь этот с этим, и все. Вот. Правильно, нет? Клади. Ну и отлично, что, все нормально. Все пойдет, что, пошли нажимать. Что-то стоит полный на них, смотрит, что. Мог бы сразу просто мне показать прямо здесь, зачем мне 100 раз все вертеть-то. Так, поехали. А теперь попробуй вспомни, как должно быть. Так, скелеты ногами вправо, правильно. Конь ногами влево. Ага. А змеюка низом туда. Окей. Опять! И еще одна дверь. Да. Ну, и кто это такие? Ну, я не знаю таких. Это... Кит, трезубец и какая-то херь. Ну, пиратов было очень много. Что, тупик? Нет, не тупик. Дай телефон. Неужели звонок другу? Почти. А зачем ему узнать, как их зовут-то? Ему или не насрать? Сейчас найдем просто обозначение, те же самые, и все. Охереть, даже фоткать самому надо, смотри. Какой интерактив-то. Вот так. Слушай, а картины-то красивые. Надо понять, у кого чего. Можно хоть их продать какому-нибудь музею. Ищи лучше созвездие. Да я так рассуждаю. Уильям Мейс. Американец? Да, с Рот-Айленда. За что-то их и нет, ни хрена. В пряжка вот, ну. Нет? Ты издеваешься, а где тогда? Ричард Вонт. Похоже, у них с Болдом. А, блин, вот, отлично, нашел. Ага. А у этого где? Что такое? Телефон. Привет, ты еще в башне? Да я только что спустился. А что ты мне прислал? Потом объясню. Скажи мне, кто тут кто? Ну, дельфины — это Ричард Вонт. Трезубец — Джозеф Фаррелл, а две руки с жемчужиной — это Уильям Мейс. Супер. Смотри, чтобы у тебя телефон ловил. Может, еще наберу. Нейт, ты нашел сокровище? Пока нет. Надо сначала с одним механизмом разобраться. Ну, окей. Что, короче, вот оно. Статуи на портрете Мейса? Корабль назывался «Жемчужина». Так, может, «Жемчужина»? А, как буквально. Все логично. Так, вот это давай поднимать, Салли. Она что-то тяжелая упала. Помоги мне. Сейчас. Там вон еще одной картинки, кстати, не хватает справа-то. Спасибо. Нахрена ты ее вешаешь? Просто поставь. Ровно? Да кому какое дело? Вот и я про то. Тебе-то зачем? Ага. Только взгляни на лицо Феррелла. Он совсем не рад тут находиться. Он смотрит на кого-то? Они все вообще на меня смотрят? Не, вот этот, короче, косится куда-то. Что-то тут не так, судя по всему. Так, ладно, он что-то там рисовал, пойдем сопоставлять еще эти значки. Всех пиратов собрали, что тут за сборище такое? Иллюминаты в натуре какие-то. Так, давай сопоставим все это между собой. Блин, как это, да куда ты?
Так, значит, охереть. Вот те раз. И как их между собой сетовать? Короче, надо крутить, вертеть. Так, ладно, вот эти сошлись уже сразу. Нет, не сошлись. Ни хрена не сошлись. Так, тогда вот так вот. Вот эти сошлись, отлично. А сюда, значит, какой-то один конечек нужен. Нет. Да. Вот это подходит. Да? Да, это подходит. Так, ладно, значит, белый дельфин влево. Поехали. Так, белый дельфин влево, дальше. Трезубец в дельфина. Следующий шар вниз. Ага. Блин, еще не все, что ли? Сколько их тут? Тут? Я потрясен. Ты и не знаешь? Хер да, пойми, хер пойми. Что за дела-то? Проверить, знает ли сам. Чтобы он чувствовал, что от него есть польза. Ты такой отмазочный, короче, Дрейк. Черт, что тут произошло? Пожар. Наверное, факел упал. Посмотрим, что там осталось. Эдвард Ингланд. Ага. Да, крепкий малый. Эдвард Ингланд. Хрен его пойми, кто это. Опачки. Сэм звонит. Давай, Сэм, подсказывай. Сэм прислал ответ. Что написано? Ха, вот видишь, Салли, оказывается, Сэм тоже не все знает. Злорадствовать нехорошо. Эдвард Ингланд, Тарик бин Малик, Язид Аль-Басра, и я не знаю эту обезьяну до того. Что-то там такое написано. Ха, Язид Аль-Басра. Похож на индийца. Почти. Могу. Стоп, а разве Эвери не их грабил? Воровская честь. Как будто бывает иначе. Ага, и последний, кто тут у кого-то неизвестный. Не а этот помоложе остальных пиратов. Ага. И четвертая. И кто тут кто? Не, ну хотя, наверное, насрать, в принципе, Дрейк же все сетовал. Так, два имени я узнал. Этого нам должно хватить. Ты чё, угораешь? Два имени он узнал. Значит, получается. Не, ну смотри-ка, этот сходится вот с этим по-любому. Если его вот так перевернуть. Положи. Сходится с чем? Вот с этим. Да, его давай вот сюда. Крутани. Положи. Вот. Потом. Этот, значит, вот так. Ага. И тигр потом вот так. Вот и все, делов-то. Поехали. Блин, какая сложная шарада. Можно полтора дня ее разгадывать. Поехали. Значит, весы. Весы должны быть кверх ногами. Окей. Дальше какая-то херня. Не-не-не. Какая-то херня должна лежать. Положи. Ага. Ага. Значит, какая-то херня должна быть змея головой вправо. Змея головой вправо. Ага. Обезьяна должна быть кверх ногами. И тигр должен быть спиной вправо. А! Ты понял, да? Вот это все работает, короче. Наконец-то! И это опять карта? Я еще не понял. Может, отправим Сэму? Смеешься? Ну, он же у нас эксперт по пиратам. А вдруг тот что-то перехватит? Ну это же карта. Да блин, Салли, отойди, дай пофоткать спокойно. Ну это все карты старая. Какие-то. Вот сейчас скажешь, нам опять надо ехать куда-нибудь в жопу. Может, хоть он разберется. Знаешь, это похоже... Ну-ка. На карту. Зачем? Ты же сделал фото. Да вдруг. Подержи.
видишь ли, у людей Эвери не было смартфонов, как ты понимаешь. Понимаю. И только так они могли найти подсказку. Это подсказки? Ну-ка посмотрим. Вуаля. Вот это похоже на фасады. Вот это, конечно, широты. Да. И, сдается мне, нам опять пора паковать чемоданы. Ну, кто б сомневался? Что? Prodeus Quod лицензия. И? Не может быть. Серьезно? Чего не может? Это же очевидно. Нейт. Ну я так тебе сразу и сказал. Как же я раньше не понял. Да хватит уже саспенс нагнетать. Чего ты раньше погоди, не понял? Погоди, погоди. Сэм, фотки получил? А это Рейф уже. Я вроде звонил по номеру Салливана, а нарвался на тебя. Как дела, Нейт? Рейф. Давно не виделись. Откуда у тебя номер? Салли оставил в баре на салфетке? Если. Так он обошелся бы мне в 3 стопки рома. Но нет, за него пришлось выложить кругленькую сумму. Ага. Надеюсь, ты на всем этом не слишком разорился? Говорят, конкуренция жесткая. Да, вы, ребята, конечно, не промах. Но в итоге решать будет тот, кто доберется до сокровища первым. Ты хочешь наспор? Ну, ты же знаешь, я всегда готов на пари, но моя партнерша... Она предпочитает устранять ненужные риски. Рейф Адлер слушает чьи-то приказы. Времена меняются. Вот что, Нейт, даю тебе последнюю возможность. Бросай это все. Езжай домой, к жене. И я прощу и забуду. Да с какого перепуга-то, ёптой, твое что ли? Нихера ж ты плотной тут. Но, знаешь, я не из тех, кто сливается, имея козыри на руках. Ладно. Prodeus Quod лицензия. За бога и свободу. Хорошие фотки. Композиция. Ты взломал телефоны. Вы украли мой крест. Послушай, Нейт. Если ты такой умник, как думаешь, ты уйдешь в сторону. Что скажешь? Слушай, мне всегда приятно поболтать со старым другом, но у меня вторая линия. Эй, Нейт, погоди. Нейт. Что? Ты ведь в курсе, что у вас телефоны с геолокацией, да? До скорой встречи. Черт. Дай угадаю, к нам уже мчится целая банда. Ну, типа того. Сэм. За бога и свободу. Ты понимаешь, что это значит? Сэм, послушай. Прячься, где хочешь. И разбей телефон. Что происходит? Рейв знает, где мы. Быстро найди, где укрыть. Сэм. Сэм! Чтоб тебе. Эй! Я тебе новый куплю. Ну, когда сокровища найдем. Сейчас-то я тебе ничего не буду покупать. Короче, вот, бляха-муха, ну как же вы такие эти вот... Я не понимаю вообще, с какого хер какой-то мудак с какой-то мудачкой сидят и возомняют о себе то, что это сокровище их. Ни хера себе. Кто первый нашел того и тапки, пошли вы в жопу еще, сокровище ваше. Мое нахер сокровище. Я его ищу, я за него телефон разбил. А вы ни хера не сделали. Бу-бух! А, нет. Что случилось? Салли! Чё все паникуют? Похоже, это башня Сэма. Ой, там висит муха. Ну точно, она самая. Пошли. Ну Сэм-то там все горит, взрывается, фейерверки какие-то, салюты, кого-то поздравляют. Пацаны, ну-ка разойдитесь нахер. Как думаешь, Рэй скоро приедет? Ну мне кажется, он уже здесь. Блин, как же он мог на расстоянии взломать телефоны? Что за сверхтехнологии такие? Взял, короче, взломал. Что там тут? Что за крест появился? О, естественно. Бляха, это уже военные какие-то, это не эти. Я думал, это полицейские. Вылазь давай! Ну... Вот и все, отлично. Пистолет Рафика вообще, короче, качает. Ну-ка мне. Опачки. Опачки. Это что, танк? Ни хрена себе! Не, это, по-моему, просто случайность. Сали, это совпадение. Сали, нас никто не искал, иди серьезно. Давайте гвенку туда закину. Блин, так ничего не случится.
Я заметил. Что, еще надо? Не, ну ладно, давай за этими огородами уходить. Вот других вариантов я не вижу сейчас. Бляха, там еще одна машина же приехала, вы издеваетесь? Или это одна и та же? Сейчас маленький здоровье, давай. Ну колбасу-то пожалейте, мужики, она-то в чем виновата? Колбаса висела, никого не трогала, что вы делаете? Ой, Саль, тоже так не понял, я тебя не заметил. Что такое? Почему? Да куда ты, бляха, скачешь-то, обезьяна? Поздно. Это мое, Салли, уйди нахер. Моя нычка. Чувак, уйди. Да бляха, мух, как его убить-то? Как эту херню-то завалить? Да ёб твою! Ой, что ты делаешь, Нейт? Я же пытаюсь прицелиться. Нахрена ты мне своим автоприцелем не убиваешь? Куда-то в другую сторону, дружище. Это же нечестно, ну. Так, ладненько. Так же ничего не получится, наверное, да? Ни хрена себе, я обоих ушатал. Красава. Не, ну всяко тут дело, короче, не в этом. Надо как-то его взорвать. Сначала убивать пацанов, потом взорвать эту херню. Потому что по-другому никак не получится, ну. Давайте да, сюда пойдем. Ага. Ай, зарядочка, три зарядочка. Давай. Свалил. Так, там еще один, хорошо. Ну, короче говоря, мы этот бронетранспортер, по ходу дела, сейчас хер взломаем. Надо первым делом добраться вообще до него, до внутри, а потом его убивать. Отлично. По лестнице! Тихо. Ни хрена себе, он ворвался брутально. Тебе весело? Кому? Эй, слышь, чё? Хе-хе-хе, возьми в сали. Ой. Так, не умираем, пацаны, не надо. Спасибо, Сали. Ты молодец. Это да, я могу. Да, это спасибо, Сали. Главное вовремя оценить, а то потом начнется. Ты куда броник-то свалил? Вот. Так, он все, он в засаде, в жопе, он ничего не сделает. Я же правильно сейчас делаю, да? Все, надо грент накинуть или что? Ну как бы на. Работало, да я понял. Поехали тогда отсюда. Охереть. Покатушка, веселушка, поехали. Блестяще. Опять они. Ну не, пацаны, завязывай. Сали, ты бы хоть пострелял там, я не знаю, у тебя уже напротив лба дыра. Еще раз не будешь стрелять, тебя убьют. Тихо. Я же водила вообще четкий. Сали, отстреливайся, уйди! Тут же где-то есть ручник еще. С ручника погоняем только в путь. О, нормалек! Вот это я понимаю, ручничок! Да бляха, муха, кто тут посмел поставить тележку свою? Здорово! Ясно, понятно. Окольными путями поедем. Тихо. Нет, не убивай меня, не убивай, сраный капитан. Все, я приныкался. Так мы спускаемся, Сали, в чем проблема-то? Только разными дорогами. Да иди ты нахрен меня стрелять. О, нормалек. Главное не с ним по одной дороге. Че вы там все стираете? Сали, что-то вечно не нравится, бузит как старик. То не так, это не так. Здорово. Я понял, не здесь. Хотя, блин, это та самая дорога была. Нам нужно спуститься с холма. Серьезно, что ли, Сали? Да ты прям тебя послушать, так ты вообще красавчик, все знает. Не надо.
Все, спасибо. В смысле, куда? Спускаемся с холма. Нет, в натуре фильм с Джеки Чаном такой был, там тоже такая херня была. Тоже по рынку надо было все проехать и все сшивить. Да в натуре, да бляха! Аля, уел! Женщина полностью. О-о-о-о-о-о-о! Тихо, тихо, тихо! В смысле, стой, зачем стоять-то? Давай, сваливай! Да уйдите нахер, слышь! Дебилоиды, нас цель тут своих тачек гнилых. У нас вообще-то перестрелка, тут людей убивают. А тут некуда проехать. Так а тут-то пробка вообще. А я сейчас поеду им навстречу, он меня расстреляет. Так, завязывай. Эх, нихера себе. Да бляха, этот, сука, машина вообще неуправляемая никак. О, нормально. Слушай, Рэй всерьез решил нас убрать. Да? Ты думаешь? Прикинь. Нейт только додумался. Мы оторвались. Не кажется ни хрена. Нейт? Ручничок? В этот город нам больше возвращаться нельзя. Почему? Добавь его в список. А что мы такого сделали? Нас же никто не видел, мы все быстро пролетели просто, да и все, делов-то. Ой-ой-ой-ой-ой! Серьезно? Ну, внедорожник, давай в объезд. Уже поздно. Я уже съехал, Салли. Какой объезд? Я уже, по-моему, приехал в лужу, и беда. Если не успеем, Сэму плохо придется. Да не ссы, нормально успеем. Бляха, вот придумали-то. Нахер тут раскопал посреди города? Ни знаков, ничего нет. Знаки надо, за сколько там метров стоя. Охереть! Направо. Стой! Стой, все круто! Все нормально, Салли, не паникуй. Это же внедорожник, значит, он может ездить по крышам, по домам, по селам, по другим машинам. Все же нормально, Салли, что ты распаниковался-то? Все вообще отлично. Уже близко. Высматривай Сэма. Эй, похоже, это он. Вот там. Ну да, на том же мотоцикле изначально, походу. Куда? Как до него добраться? Я не знаю. Просто держись за колонной. Блях, это прям как в Терминаторе. Обалдеть. Много же их тут собралось по нашей душе. Ну раз мы еще живы, значит, недостаточно. И где колонна? А, вон она. Бляха, вот веселуха, кто-то сажал. Весь огород нахер только что послал. Вот они. Видишь, как добраться до Сэма? Пока нет, но дорога кончается. Знай. В смысле знаю, а делать-то чего? И чё? Нети, твоему, чё происходит? Он на чём едет вообще? Он за чё-то зацепился? Поберегись! Тихо. Ой. А чё, надо было как-то обрулить, что ли? Я думал, оно само. А, ну окей. Блин, на туре надо обрулить, прикинь. Я ж не знал. Я думал, так просто положено по сценарию. А оказывается, надо что-то обруливать. Ладно, будем иметь в виду. Поберегись! Вот все нормально. Так, здесь с какой стороны обруливать? С этой. Хорош. А, Нейт, как бы надо залезть наверх, мне кажется. Нейт, я тебе серьезно говорю, надо залезть наверх! Нейт, залезь, ты уже такой... Ты вот дебилоид, нет, я тебе объясняю, прыгай.
Ну где там L1-то? Давай еще раз нажму быстрее. Отлично. Это вот в таком, о, таким образом хочешь, короче, Сэма спасти или что, я не пойму. Он реально хочет всех перестрелять, что ли? Как бы запрыгнуть, наверное, надо, нет? О! Наконец-то. Ну так давай теперь постреляем, товарищи. Во, нормально. Во! Во! Красавчики! Да ты можешь даже не стрелять, дружище, у тебя ничего не выйдет. Стреляй по колесам. Да по колесам стреляй, вот. Где Сэм-то? Ага. Минус один. Кто в меня стреляет? А где Сэм? Прощайте. Тебя. Да ну нахер. Куда? Ты что делаешь-то? Дурень. Спрыгнуть хотел, прикинь, прям в полете. Ну убей его. Сэм, все, я всех убил, хорош. Алло, кто такой? Мне показалось. Это тут есть что-то. Кто? О, привет. Нормально. Ну все, что ли? Где ты? Откуда вы появляетесь, пацаны? Я не понимаю вообще. Да не стреляйте в колонку, ну. А тут патронов как бы больше нет, что делать? Я перестрелял вообще все, что можно. Я, по-моему, сейчас умру. Может, я делал что-то неправильно, и, может быть, надо перепрыгивать было с машины на машину? Ну, как бы, по ходу дела, да. Потому что меня уже расшатали и убили. Это какой-то бред, если честно. Давайте на этом закончим. В следующей серии мы продолжим. По ходу дела надо прыгать с машины на машину, тем самым добираться до машины Сэма, и все будет нормально. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.